Внимание, обнаружена халява. Чтобы получить 200 голды, тебе надо поставить огромный лайк, подписаться на мой канал, подписаться на мой второй канал, ссылка на который есть в описании. Также написать хороший комментарий плюс свой ID и нажать на колокольчик. Ну что же, а мы идем дальше. Вы меня часто спрашиваете, как можно подняться и стать таким крутым, как ты. Ответ на это все просто одно слово 1xBet. 1xBet это высокий профессионализм сотрудников, быстрая и качественная работа и множество спортивных дисциплин. Также вы можете получить вот такой вот огромный приятный бонус. Ну что же, а мы идем дальше. Приветик всем, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня у меня будет мега эпичная и мега крутая дуэль против, внимание, школьника, который сказал то, что он является главным разработчиком. Ты кого школьником назвала? На нож тебя посади! Я разработчик, понял? Ого, а почему разработчик и такой плохой нож? Я просто еще команду не прописал, мне просто лень. Я тебя сейчас выиграю, и ты мне свой нож отдашь, понял? Слушай, а как вас зовут? Ой. Я тебя сейчас забаню, если ты мне еще раз нож резать, я тебя забаню! Понял? Не-не-не, я не смеялся, ни в коем случае. Я уже вписываю команду. Не-не, не надо банить, только не бан, только не бан. Фух, ну вы, конечно, жесткий, я не ожидал. Бан Кент. Мини Кента пока. Я скажу своему другу разработчику, он ее подтвердит. Блин, я тебе сказал, я сейчас эту команду подтвержу. И она тебя забанит просто, понял? Не, ладно, я больше не буду, извините, пожалуйста. Приношу свои глубочайшие извинения. Вы все-таки уважаемые разработчики игрушки Stand of 2. Я ВХ включаю, ты меня задолбал. О нет, только не ВХ. Что, но только не ВХ. ВХ он. Ой, блин. Почему все разработчики такие смешные? Слышь, я тебе сейчас... Откуда? Я тоже разработчик. Откуда? Блин, еще раз ты читай. Ты читай, я тебя забаню, понял? Не выключай читы быстро. Я выключаю, смотрите, выключил. Видите, чит-офф написал. Не дай бог, я проверю, реально. Я в консоли все проверю, ты меня понял? Слушайте, я извиняюсь, а можно спросить, какие будут будущие обновления? Мне это очень интересно, потому что вы все-таки главный разработчик. Вертолет я буду добавлять, понял? Вертолет? И на этом вертолете я тебя буду убивать. Смотри, я включаю АИМ. Ой-ой-ой, вы включили АИМ, о нет. Это будет только выстрелы в голову теперь. Блин! Вот это вы нуб. Блин! Выключай, говорю! Опа! Все, ты напросился. Все. Я подал жалобу на тебя. У тебя есть 2 минуты, чтобы отдать мне Керамбит Голд, и я отменю бан. Ну, давайте я еще подумаю. 2 минуты это довольно-таки много времени, это 120 секунд, поэтому у меня еще куча времени. Ай! Давайте так. Я вам подамся 1 раунд, а вы мне взамен на это отдадите права, и я стану главным разработчиком игрушки Stand of 2. Договорились? Если ты мне дашь Керамбит Голд, я согласен. То есть, если я дам Керамбит Голд, ты мне дашь игру Stand of 2, правильно? Да, ну я тупой, ты тупой, дебил! О! Ну окей, посмотрим. Ой, кто-то умер. Ну, как в крысу меня убивать, только не можешь. В крысу в упор подошел, это в крысу. Ну что же, я продолжаю, вы готовы? Молодой человек, вы готовы к смерти? Ого! Ого! Где ты? Да он. Я тут. Ого! Обалдеть! Легко, как нуба просто с дробовика. А почему у разработчика самые дешевые скины за 0.03 голды? Это не за 0.03 голды, это вообще-то самые крутые скины. Это самые крутые? Я просто не знал. Ты где? Я в Караганде. Обалдеть, вот это да.
хапнул. Опа! Крысу! Крысу! Хорошо, я тебе не дам бан, но ты мне прямо сейчас отдаешь свой керамбит голд. Окей, ладно, договорились. Давайте, отдаю свой керамбит голд. Да, да, прям сейчас. Денег, подожди! А давай дело продашь и мне все деньги отдашь. А, нет, так дело не пойдет. Давай, давай! Ты сказал давай! Дружище, у меня для тебя плохие новости. Скажи привет, Ютуб. Какой Ютуб? Ты дурачок? Какой Ютуб? Не выкладывай никуда, слышишь? Короче, ребят, когда вышло видео, обязательно поставьте огромный лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кент АПК, всем удачи и всем пока. Пока-пока!